spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена большая серия безэмульсионных катушек от американской компании PEN. Линейка называется Fierce 3, и на данный момент включает в себя 8 моделей. Их вес находится в пределах от 221 до 821 грамма, а передаточное число, в зависимости от конкретного экземпляра, составляет от 5,2 до 6,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим вариант в размере 6000. Катушки Fierce 3 выполнены в черном цвете с красными элементами. Обратим ваше внимание, что корпус Full Metal Body полностью сделан из металла. Это дает повышенную прочность всей конструкции. Внутри установлен надежный кулисный механизм, способный работать в условиях больших нагрузок, возникающих при борьбе с крупной рыбой. С целью уменьшения вибраций во время вращения ротора применяется технология Технобаланс. За один полный оборот рукояти выматывается от 56 до 112 см лески. Для большей надежности и обеспечения мягкости хода устанавливаются 4 шариковых подшипника защиты от коррозии и один роликовый. Система антиреверса защищает ротор от прокручивания в обратном направлении. Кстати, переключатели реверса отсутствуют, так что эти модели способны вращаться только в режиме намотки. Перфорированная шпуля Superline Spool выполнена из алюминия. В ее средней части находится резиновая вставка, помогающая избежать переворачивания намотанной лески. С внутренней стороны мы видим кольцевые насечки, по которым можно определить ее оставшееся количество. Для фиксации предусмотрена небольшая пластиковая клипса. Кстати, лесоемкость составляет от 100 метров монофила диаметром 0,20 мм до 435 метров сечением 0,41 мм. Также отметим наличие фрикциона HT100 с передним расположением. Максимальные нагрузки на этот узел находятся в пределах от 4 до 13,6 кг. Сами тормозные диски имеют защиту от воды и грязи в виде специальной резиновой прокладки. Рукоять выполнена из алюминия и оснащается плоским, Т-образным или, как в данном случае, усиленным кнопом. На время хранения или транспортировки ее можно прижимать к корпусу, предварительно немного выкрутив из механизма. Также имеется возможность установки ручки на противоположную сторону. Для этого необходимо снять декоративную заглушку и поменять их местами. Так, из леворукого варианта мы получаем праворукий или наоборот. Катушка PEN Fierce 3 комплектуется набором дополнительных шайб. Изменяя количество подшпулей, вы можете регулировать качество и профиль намотки лески. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.